Возглавили это мероприятие официальные лица: заместитель федерального министра природных ресурсов и экологии Иван Валентик и губернатор Поморья Игорь Орлов. А главные действующие были школьники поселка Октябрьский. Саженцы ели им предоставили из питомника Владимира Буторина, на лесных площадках которого и проходил конкурс «Лесоруб 21 века». Местом для новой еловой аллеи стала территория детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва в поселке Октябрьский. Посадки деревьев в рамках акции «Живи лес» до конца октября пройдут и в других районах Архангельской области, и по всей стране. Я считаю, что озеленять нашу область нужно, потому что Архангельская область является лидером по поставке лесных ресурсов, и, естественно, их нужно восстанавливать, поэтому мы все здесь занимаемся таким важным делом, высаживаем аллею из елочек.